По традиции, 1 сентября на торжественную линейку пришли те, для кого это первый в жизни школьный праздник. Те, кто в этом году покинет родные стены лицея. Для учащихся, педагогов, родителей, учеников и всех собравшихся гостей начало учебного года по-настоящему праздник, а технико-экономический лицей – большая и дружная семья. ТЭЛ вот уже 25 лет уверенно поддерживает звание одного из сильнейших образовательных учреждений Новороссийска. Свою любовь и уважение к родному учебному заведению, учителям, лицеисты всегда подтверждают отличной успеваемостью. А первый день знаний встречают в торжественной обстановке с особым трепетом и надеждой на успех в предстоящей учебе. 1 сентября для всех нас – это не просто начало нового учебного года. Это всегда рубеж, символизирующий новые возможности, творческие начинания. Пусть новый учебный год – год 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия освоения кубанских земель принесет учащимся новые знания, увлекательные открытия, радость творчества. Впервые переступят порог нашего лицея наши дорогие первоклассники. Успехов вам! Новых вершин познания, здоровья! И пусть ваша школьная жизнь будет самой счастливой. В этот юбилейный для лицея год почетный гость праздничной линейки глава города Игорь Диченко. Сегодня любому учебному учреждению занимать лидирующие позиции в образовании непросто, но только совместными усилиями можно добиваться с каждым годом все новых и новых побед в обучении и воспитании активных юных граждан. Сегодня город Новороссийск признан лучшим городом по подготовке к новому учебному году. Особую благодарность, конечно, хочу выразить родителям, которые принимали активное участие в подготовке школы, школ общеобразовательных наших учреждений, в ремонтах, в недостающем там имуществе. Ну и, конечно же, это наши дорогие учителя. Они у нас самые лучшие. Они преданы школе. Это те люди, которые могут донести знания до каждого ученика. В этом году 100 баллов на едином государственном экзамене получили 14 человек в городе Новороссийске. А золотыми медалями закончили 149 человек. Я уверен, что новый учебный год принесет нам в разы больше и медалистов, и стопальников. Главные герои 1 сентября – первоклассники, вступив теперь в большую, дружную семью технико-экономического лицея. С гордостью демонстрируют большое желание осваивать новые знания. За прочтение стихов им уже можно поставить первые пятерки. Посмотри, народу сколько! И приветствуют все нас! Здравствуй, школа! Познакомьтесь, мы ваш новый первый класс! Таким сильным в знаниях и воспитательной работе ТЭЛ делает самоотверженный труд руководства лицея, педагогов, активное и неравнодушное участие родителей. Сегодня выпускники лицея становятся студентами самых престижных вузов. Здесь созданы все условия для наиболее полной самореализации учащихся, раскрытия их талантов. Воспитанников технико-экономического лицея отличают многократные победы на всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Вот и 1 сентября лицеисты, отличившиеся в сдаче норм ГТО, получили свой почетный знак. Смотря на то, как дружно, сплоченно и увлеченно прошла праздничная линейка, с уверенностью можно сказать, что к новому учебному году лицеисты готовы. Они полны желания учить и учиться, стремиться к новым открытиям и свершениям. Вот только прозвучит первый звонок, и двери распахнутся в удивительно интересный мир новых знаний. Ура! Александра Гришина, Александр Басалаев, «Новая Россия».